Ёлки-палки, это Змей Горыныч. Здоров, братан. Ага. Всем привет, ребята, с вами Витёк, Цветок, Цветок и, конечно же, Атака. Атака Светки. Светка в простонародье. Сегодня мы будем стараться добить эту игру, ребятки. У нас осталось пробить красную зону. Видимо, там Final Boss будет или что. У меня что-то обновляется, погодите. Что? Кто меня вызывает? Да поехали. Второй уровень. Я забыл в прошлый раз, ребятки. У меня же есть какая-то штука, которая увеличивает повреждение. Не понял. Нормально так. А чё, уровень не прогрузился? Чё, все красное-то? Так, ладно, давай сначала разберемся, что со штукой. У меня есть штука, которая по красным дамаг дает. Увеличивает везение против оранжевых и красных врагов на 75%, ребят. Да что ж такое-то, у меня звуки страшные. О, я вместо чего воткнул? Против оранжевых и красных. Да что такое-то, а? О, везение 26. О, нормально. Замечательно. То есть тут сплошные секретки. Смотрите, сплошные секретки по ходу дела. Уровень из секреток состоит. А что здесь? Так, здесь тоже тупичок. Значит, вниз. О, я нашел. Опа-на. Еще какая-то удача, значок клевера. Сейчас посмотрим. А что такое? Так, знаем. Клевер. Увеличивает везение на 95%, но уменьшает защиту на 50%. Не, ну вы чувствуете, а? Вы чувствуете, чем это пахнет? Черт, 34 везения. Я просто хочу на это посмотреть, ребят. Я просто хочу на это посмотреть. Это что-то должно быть сумасшедшее. О-оу. Нас ждали. Нас ждали. Красная медуза под моим окном. Ух ты ж. Ух ты ж. Воу. Жарко. Хиль ее. Ну-ка смотрим. И... ну, почти всегда удача получается, да? Ну реально прям удача. Круто. Ах, не успел. Не успел. Жестко, конечно. Так, а если ты сможешь затыкать его? Это тоже удача есть. Ну, не знаю, нужно ли нам столько удачи. В ущерб защите. Ну, конечно, прет из нее только в путь. Ну, давай атаку прокачаем. Че нет-то? Давай. Атака 12. Можно было, конечно, еще везение взять, но мне кажется, это уже перебор. Так, Стивен, давай-ка мы с тобой совместный завтрак сделаем. 19 штук собрал. Минус гранат. Ты о чем? Так, погоди, я уже... О, боже. Я уже запутался в этих секрет-румах. О, мега-красный жук. Сейчас он как пойдет меня ковырять.
18. И дзет, как говорится, да? Давай не так сделаем. Отменись. Мена. Давай-ка мы вот этого зубочисткой начистим. Я думаю, она его очень быстренько приходует. Смотри, за 3 энергии, что ли, выковырит его всего? Эх, нет, за 4. Отлично. Так. А теперь мы кушаем. Звездочку маленькую. Так. Ну, давай полечим нашу толстенькую. Where we go, поехали. Ахаха, защита. Тю, прокнула. Так, похилим ее, потому что она не сможет тогда щит кинуть, если не похилить. Ох, не попал. Жалко. А ты там ковыряй его. Ну, все равно плохо ковыряется, да? Так. Ну что, кувалдометр ему вписать? Ну, знаете, у этой тоже неплохо получается, хреначить. Я бы сказал даже. По... Ну, ДПС, грубо говоря, одинаковый, судя по всему, получается. О, он улетает. Так, он улетает. Что надо делать, когда он улетает, ребят? Я забыл. Паника, паника, надо бить его. Может, ракеты ему? Давай ракеты взад прям. Погоди, она же вот эта у меня крутая, удачная, да? Я вот эту штуку, по-моему, улучшил как-то. Попробуем. Ну как так-то не попал? Да блин! Ну елки-палки, так бы сейчас 2 раза по 34, он бы в улет просто ушел. Надо добивать. Ну ладно, покатай меня, большая черепаха. Пу, ушла. Ушла с поля. Так, надо тренироваться, ребят, попадать. Да елки-палки, чё-то не мой вариант сегодня, да? Слушай, ну так-то она вообще мощно бьет, да? Верните, пожалуйста. А, вот она. Смотри, ей даже опыт дали. Защита, везение, атака. Даже не знаю, что ей лучше взять, честно. Я бы не сказал, что я ей часто бью. Ну давай атака, пусть будет атака. Фриз его, да ладно, зачем фризить, здесь можно так разобраться. Так, у меня где-то завтрак есть. У меня этих завтраков сейчас до конца игры хватит. О, еще один секрет, тут финиш. Какой-то сумасшедший уровень, если честно. Я его не понимаю. О, магазин, наконец-то. Ну-ка, дай-ка мне прикупить что-нибудь. Издеваешься? Я никогда этой штукой не пользовался. Я просто купил, чтобы деньги не простаивали. А, вот и сундучок. Ну смотри, я в принципе все взял с этого уровня. Здесь ничего больше ценного нет, поэтому уезжаем. Там остались еще какие-то комнаты неразведанные, но... Зачем, если сундуки уже все у нас? Да? Ого! Серьезно. Дайте догадаюсь. Вот в этом скелете ключик. Витя, ты пророк! Как ты узнал?
Ну давайте, как настоящий мужчина, сначала пойдем налево. Левее. Смотри, тут секретка есть. Вот хотя бы нормальный уровень, здесь не все секретное. Так, ключик, говорите, да? А что? Опа, на западня. Ой-ой-ой, как их много. Так, поджог. Блок. Поджог. Неплохо так прожарило. Ну, ее надо лечить в любом случае, поэтому... Так, что мы с ними будем делать? Она должна разбить этому щит. Давай жирную съедим. Давай жирную конфетку. Сейчас два раза хлыстанем, ребят. Смотрим. Тон, тон, смотри, по всем удача идет. Вообще без вариантов. Никто без удачи не остался. Счастье какое. Ой-ой-ой-ой. Ой, больно. Семнарик. Ну, пока еще выживет. О, все, не выживет. Пока. Прощай. Ну что, взорвем им всем? Ну, сравните хлыст и вот эту пукалку. Блин, хлыст круче намного. Хлыст намного круче. А, давай посмотрим, что они будут делать. Это полетело вообще. Халява. А это заблочили. Ну что, воскресим? Есть у меня бутылка по воскрешениям-то, да? На босс, наверное, может пригодить. Давай слабенькую воскрешалку применим. Жаль, что я ману потом не смогу прожать. Эй! Ха, королева, а? Сколько она повреждений все-таки дает. Так, ну жук, по ходу дела, полетит, да? Ну, он ничего страшного не делает. Он максимум, что только просто убирает одного чубрика на какое-то время с поля. Да пофиг, как говорится. Мы без этого чубрика легко справимся. Так, по катушку я... Не хватает. Можно, конечно, повесить его в бездну. Да, попробуем заковырять зубочисткой. В принципе, я думаю, должны смочь. У него, конечно, там здоровье за сотку уже. Слушай, а может и не смогу. Ой. Уж так я и не смогу, действительно. Я уже все профукал, поэтому ковыряем дальше. Все, я сплю, ребят, уже. Сорян. А, он снова летит. А я прибегаю. Ну, так даже лучше. You care about me. А, вот оно что. Давай-ка мы его, знаешь что, приглушим. А то что-то куда-то лететь собрался. Куда ты? Посиди, отдохни. Ох, тебя в какой позе-то разморозило, а? Присядь на дорожку. Я вот фулл хп уже, а одной звездочки не хватило. Сейчас бы ему слияние впиндюрил бы. Ладно. Я уже забыл, когда я последний раз попадал в щит. Как надо. Че, может быть, плазмоган сделаем, а? Бум, двинарик. Панч. Слушай, неплохо. А неплохо. Видите, щиты. Да ладно тебе щиты. Ух ты, новый уровень. В атаку. Все в атаку, всех будем бить больно.
Хотя, наверное, надо защиту уже брать, мне кажется. Тут уже тяжеловато как-то становится, да? Чувствуете это? Что там за комната какая-то была, не? Мне показалось. Так, ну давай теперь направо. Снова секрет. А это типа секрет с той стороны, что ли, открывается, да? Где сейчас опять засада? О, магаз! Дай левелап. О, красный самоцвет. Я, конечно, его куплю, но я его не буду использовать, поэтому... Пофиг совершенно. Ну, давай вниз, мы уже знаем, где там секретка находится. Лучше немного гармонию подкачать. Ну да, наверное. Сейчас давай тогда, пока будем... Сейчас в следующий раз будем гармонию закачивать. А то реально уже почти ваншотают даже обычные мобы. Я уже не говорю, что там с боссом будет. Я даже не представляю, что там за босс будет такой. А где секретки? О, западня. О, черепуха. Ну, в общем, я так понимаю, здесь в красной зоне огромное количество мобов, которых раньше мы с вами видели. Что бы сделать такого экстравагантного? Все мобы с прошлых уровней здесь. Опять не попал. Да что ж ты будешь делать? 2017, видели там выскочил? Пошли поковыряем вот этого цветочка противного. Не нравится он мне. Вишет эти как кури свои. А, я его не заковыряю. Тогда смысл ковырять. Ну что ж, я что-то какой-то сонный сегодня. О, блин, опять сдулось. Ну что ж такое-то, а? Что-то за неудачница. Ну, потому что у меня защиты мало, согласен. Слушай, воскрешать до босса. Ну нафиг, так пройдем, я думаю. Так справимся. Можно, смотри, силу атаки увеличить на 5 ходов. Ну, давай ею увеличим. А что, я не увеличил? Ну, сейчас я всех затолкаю. Затыкаю просто зубочисткой, смотри. Слушай, прям по 14-15 это без какой-нибудь пакости. Нормально она втыкает. А с удачей так вообще бомбические цифры выскакивают. А ну, черепаху можно полечить. Слей всех, сложно будет. У нас все хорошо. Жалко, что у нашего парня нету песни воскрешения. Или есть? Это что такое листик? Что он делает? А, это очищение было. Понял. Понял, не дурак. Чуть она уже отвисла, да? А ну посиди еще. Посиди еще, я не закончил. Мне тут нужно еще всех восстановить. Жалко слияние не сделать уже, да? Блин, она по сама восстановилась, что-то я тупанул. Ну ладно. Что я могу сделать? Я могу еще пузырь наложить на кого-нибудь. Пузырь надо? Держи. Во, а на этот ход давайте ковырять ее уже. Ух ты, ты посмотри, да я даже с дамагом залетел. И сейчас эта мисс зубочистка сделает тебе больно. Ну, это долго. Скажем честно. Давай это. Мне просто время жалко, я... 36, удача! Еще! О-о-о! Нифига себе! Вот это вдарил!
защитное дело. Погоди, защита же снижена на ней. А куда проверим? Не, она еще в панцире. Прикинь, защита снижена, но она в панцире. Как так вообще? Не по-человечески. Да проткни ты ее уже, елки-палки, там осталась капелюха. А, все, она сгорела. За 7 это воскрешение. Разве? За 7, по-моему, массовое лечение. Что, ну, если воскрешение за 7, надо было 7 копить. Я же не знал. Попробую в следующий раз, ребят. Собственно, все пройдено. Соточка. Это получается, сейчас уже предпоследний уровень перед боссом, ребят. Звезды, звезды сливать надо? Да, надо, надо. А что, можно вдвоем слиться в огромного монстра? Я думаю, не пустили бы просто. Секретный туннель, смотрите. Ну, конечно. Не пойду я туда. Хм, а туда как попасть? В обход. Какой-то большой уровень. О, новая история, ребят. Древние самоцветы на этой фреске, они были могущественными и существенными существами. Прямо как мы? Именно. Но... Исключительная раса самоцветов. О, птички, птички, птички. Ой, сейчас они мне устроят задницу. Больно, они сейчас ее просто сольют. Нифига себе. Вот это они дали. Нифига себе, у них жизни сколько. Так, давай толстенькую. А это my choose you. Слушай, я так их вальну еще. Ух ты! Нормально, за один ход вычистил. Главное было пережить их атаку, ребят. О, мне еще и звездочку вернули. Новый уровень у Стивена и у этих... Ух ты! Повышает шанс на побег. Открытие, так, кошелек. Воодушевление 5 уровня восстановить на 5. Давай будем фул хп им лечить. Чего нет-то? Гармонию я обещал. Гармонию прокачать давай. И тебе тоже гармонию прокачаю. Будет пожирнее у меня. А, так, теперь всех надо полечить. У меня тут есть завтрак совместный. Пошли, пошли. Чай. Слей хоть раз. Скучно ведь. Ну что ж, хоть раз слей. Чтобы слить что-нибудь ненужное, нужно сначала. Так. Ну сейчас я не пробью. Им надо всем щиты снимать. Блин, это жесткая катка, кстати. Два с щитами. Через паралич может сыграть. Жри много звезд и выноси всех слиянием. Ну давай. Давай, вот сейчас я сделаю слияние, мне просто интересно. Мне просто интересно. Let's do it!
Let's do it. Жука, скорее всего, не завалим, ребят. Он бронированный пипец. А вот черепуху, может быть, и получится. Сейчас посмотрим. Давай, долби. Уж даже на черепаху не хватило. Ну, кстати... А, она... А, смотри, слияние, она сама снижает атаку и защиту. Я чуть как-то раньше не смотрел. Я просто раньше не видел выживших после слияния. Поэтому я не знал, что слияние снижает атаку и защиту. Ну, теперь все понятно становится. Мне кажется, черепаха безобиднее, чем жук. Поэтому я заковыряю жука. То есть можно было не кидать щит в черепах, можно было сразу сливаться, и было бы круто. Собственно, о чем я и говорил. Давай, пробую еще раз попасть. Совсем мимо. Бам, 32. Ты видел, говорит, одного уже выжившего? Да. Не помню. Синего кита, что ли? Так, смотри, здесь кнопки. Надо посмотреть где-то подсказку. Кнопки-то я нашел, а подсказка, видать, за красным ключом за дверью. Погнали, 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 возвращаемся. Пошли искать подсказку. Ух ты, нас здесь ждут. Это битва скорпионов-пауков. Жалко, что нельзя слопать, чтобы добавилось 4. Ну, потому что ни туда, ни сюда. Ни два, ни полтора. Ладно. Потом полечим еще после битвы. Надо кого-то добивать, да? Давай вырежем вот этот цветочек. Попробуем медузку еще заковыряем. Отлично. То, что надо. Чё поздно-то? Нормально. Ну чё, хлыстанём их. Готово. Даже... Опа! Левел ап. И тебе тоже гармонию давай впишем, потому что все остальное как-то не в кассу. Во! Во! И секретка там, кстати. Запоминайте, 562. 562-043, ребят. О, бутылка хорошая, нужная. 562-043. Запомнили, да? Yes. Ух ты! Что это такое? Какой-то значок аметист. Увеличивает все характеристики аметист на 15%. Слушай, серьезно. Даже здоровье. О-о-о-о. Я хочу каждый такой. А где для каждой такой найти? Очень крутая штука. Столько статов дает одномоментно. 562-043, да, все верно. Так, 562-043. А что, я еще не открыл?
А, красная комната. Ух, уже пятница, кто-то в чате пишет. Ну да, да, как-то так. Так, ну сейчас, по идее, босс должен быть, да? Странно, ничего нет. А вот и босс, да? Ага. Ёлки-палки, это Змей Горыныч. Здоров, братан. Сейчас я тебе буду, видать, челюсти отрезать. Стивен, назад. Ого, ну и создание. Это последнее световое существо. Самоцветы, приготовьтесь. У меня такое странное чувство. Чё это? О, оно призму отобрало. Оу, это призмоцвет какой-то. Плохо дело. Ой. Ну вот. Оно впитало все цвета. Что нам делать? Сражаться. Вперед, самоцветы! Да, я верю, мы справимся. Вперед, друзья! Ну, вперед, так вперед. Че, начнем со слияния? Ну так, по-батьковски. Держи! У-ху! Лунная призма, дай мне сил! Хай, говорит. Я больше, чем ты. Ха-ха-ха. Ну, неплохо. Смотри, 20% выбил. У меня еще 5 осталось. Ну, конечно же, застанить я его не могу. Ракеты. Я даже не знаю. Может, этой штукой пинать его и все. Потихонечку. Ну можно, кстати, бафнуть всех на атаку. Хотя зачем на атаку всех бафать, если дерешься одним, по сути? Странный вариант, да? Ладно, давай суперсильную сделаем. Ну, в третью я никогда не попадаю. Ну, нормально, 24, 39. Можно защиту дать, конечно, пупузам. Я, правда, не знаю, на кого. Но... Кого тут лучше спасти-то? Ну, давай. Ну, ее. Пофиг. Сейчас надо посмотреть, что он делает. Нифига себе. Ладно. Я просто не знал, как, когда по таймингу прожимать надо. Ничего, у меня воскрешение есть. Слушай, ну 38. Было бы с ракет жизни, как у этой. Было бы все хорошо. Ну ладно. Так, давай попробуем зубочистку ковырнуть. 8 и 14. Отлично идет. Все, привет, парень. Я сейчас тебя буду ковырять. Восемь, десять. А если вот этой попробовать? 13, 17. Больше, но по ДПСу у этой получше получается. Потому что она за одну энергию 18 наносит. Вот, соответственно, за две энергии больше намного получается. Вот сейчас что-то будет. Хе-хе, я еще и защиту успел прожать. О-оу. Че это, цвет поменял? Че это значит? Вот, давай сольемся, а? Чё сидим? Чё сидим, чё ждём? Сливаемся! Фокус! Один раз за битву! Чёрт побери! Отстой! К этому меня судьба не готовила. Давай по катушку. Да и фиг с тобой, давай по катушку. Там защита не... Поехали.
Ну, 73. А чё ты? Чё ты сразу цвет-то менять? Эй! Почему? Вы слышите? Ты разговариваешь? Кто? Монстр? Да, вы не слышали, он сказал. Стивен, берегись. Чего берегись-то? А что с него вся атака послетала уже? Ну-ка, давай-ка мы ему щит сделаем. Ой, рука дрогнула. Слушай, это он с понижением атаки на 38 вкачивал мне. Что же будет без понижения атаки? Будет жесть. Присядочка. А, зеленый значит он хилится. Понятно. В принципе, полечился он и полечился. Ничего страшного в этом нет. Давай. Атаку будем ему снижать, если попадем. Yes! Для меня две атаки, это очень круто, ребят. Это прям верх желаний. Может пузыри наведем? Давай лучше, может, пузырь на кого-нибудь, потому что без пузыря что-то вообще дичь. Без пузыря вообще дичь. Фиолетовый, что он делает? И все? Вот так вот? Халява. А сейчас он опять лечиться будет. Ну и пусть лечится. Так. Давай лучше просто пузырь положим и все туда. Он атакует, я так смотрю, в основном по одной цели, просто очень сильно по одной цели. Пузырь для этого прям идеально подходит защититься от такой штуки. Ой, чуть сильно. Ой, я расстроен. Ну ладно, хоть с удачей с ракет. В любом случае, получается выгоднее вот этой пихать. Маленькой, тоненькой. Как ни крути. Ну да, опять он пляшет. Какой сейчас цвет будет? Фиолетовый, это лучик. Лучик смерти. Мы уже выучили, да? Ну, это реально самая оптимальная атака получается. Ну ладно, делаем. Делаем самую оптимальную атаку. По чуть-чуть, по совсем. Когда ему надо будет там снижать что-нибудь, я буду включать нужный режим атак. Вот пузырь еще сюда сейчас накину. Сейчас в кого бы он не стрельнул, сейчас ноль будет. Тем более защититься нельзя. Что теперь? Красный. А, пузырь еще не вечный, да? Я что-то забыл про это. Я, кстати, забыл опять прожимать эти всякие звездочки и прочее, да? Я бы сейчас его завалил уже, как делать, нефиг. 8К. Красный, надо спасаться. Красная, по-моему, это вот это как раз-таки, на 38, которую мне прилетела штука. Ну как-то у него нет шансов, вы заметили? Давай подожгем его вот этой штукой. На! Какой такой иммунитет? Что значит иммунитет? А! Понятно, скрипт. Вы меня испытываете? Странное дело, что за фигня происходит? Неправильный ответ. Стивен, нам нужна твоя помощь. А какой правильный ответ был? Он еще и призывать начинает. Вот этого мы не ждали.
Ну-ка, Стивен, дай-ка нам прожраться. Устанем? Как так иммунитет? Типа, пока этого не увольнуть, он в иммунитете, что ли? Что за новости? Да не вопрос. Или я все равно не могу его убить? Погоди, а как я щит ему снял? Ничего не понимаю. Иммунитет. Непонятно. Ладно. Давайте подождем. Может, нам на следующий ход дождаться. Вы меня испытываете? Опять тот же вопрос. Вы совсем ничего не слышите? Это неправильный ответ. Ладно. Еще один ход. Ну и ладно. По нулям. Он поснимал с нас все. Ну какой? А у меня укулеле есть. Укулеле. Тут все равно, что защита играет, либо очистки, да, получается. И то сработает. Тиндри, 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 тиндри. Еще нужно правильный ответ дать. Испытываю. Да! Ведь угадал! С кем ты там болтаешь? Как я могу тебя испытывать? Что ты имеешь в виду? Оп! Слушай, не защитился бы, сейчас бы словил. Отлично. Так, он какого цвета? Он зеленый, что ли? Так, значит, он зеленый. Надо щит по-любому вешать. Без этого никак. Будем дальше зубочистку ему, да, вставлять? Сливайтесь, сливайтесь, кому говорят. Давай подождем. Мне нравится эта обилка, кстати, у нее. Думать не надо, схренач просто. А где это? О, ну хоть с удачей. Хотя надо было ему сил, наверное, срезать. А может, я, кстати, за этот ход смогу дорезать уже? Да не, не хватит чуть-чуть. Чуть-чуть не хватит. Кит, говорит, был сложнее, кто-то кричит. Ну сейчас, если две удачи будет, то, конечно, завалю. Не, оставил там полосочку. А, не, смотри, прокнуло. Простите, что я вас подвел. Так. Давайте скажем ему, что все будет хорошо. Да! Это же игра для детей добрая. Значит, нужно отвечать как самый добрый. Стивен, ты с ним разговариваешь? Простите меня. Не за что тебя прощать. Как все это странно. Давай, не за что тебя прощать. Да, это тоже верный вариант. Чего вы от меня хотите? Погоди-ка. Ты думаешь, что я твой хозяин? Жемчуг, ты говорил, что призма нужна была для управления армией света? Да, когда могучие самоцветы брали призмы, они... Стивен? Когда я прикасался к призме, цветовые существа появлялись, чтобы сражаться за меня. А мы все это время с ними дрались. Они, должно быть, так растерялись. Да ладно, что, правда, что ли? Хозяин! Не нужно сражаться.
Стивен, я понимаю, что вы сражаетесь за меня, но не нужно этого делать. Вы не должны быть оружием. Кем я должен быть? Кем хочешь? Кем угодно. Сейчас его коротнет от такого. Я верю в тебя. Куча Стивенов. Атака Стивенов, ребят. Я прошел игру. У-ху! Да, концовка, если честно, неожиданная. Вообще, я такого не ожидал. Оказывается, ребята, вот мы с вами вот все это время играли. Сколько там? 7-8 серий мы сняли. Можно было просто в самом начале разобраться, инструкцию почитать, понимаете, к аппарату. Вот когда тебе новый какой-нибудь аппарат приносят, ты читаешь инструкцию? Нет. Вот Стивен также не почитал, полапал, что-то там покрутил, кнопочку нажал, все, взорвал мир. А надо было инструкцию почитать, и все сразу хорошо было бы. У него бы куча всяких световых существ были бы за него. Вот так вот. Так что всегда читайте инструкцию. И не надо будет 8 серий снимать. Ну ладно. Я не буду, ребят, добивать все эти там какие-то секретки, ачивки и прочее. Ну, не вижу смысла. И так подзадержались. Заканчиваем эту игру. Надеюсь, она вам понравилась. Тупо, говорит, но гениально. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Пусть тоже посмотрят все прохождение. Дальше мы с вами увидимся уже в других прохождениях, других игр. Ну, и до встречи, всем пока!